Подвиги наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны никогда не забудутся. Вечер памяти проводят ребята из лагеря «Штормовой» в доме вожатых Всероссийского детского центра «Орленок». В основе сценария – записи солдатского дневника, постановки, стихи, танцы и военные песни. Борис Зеленский из экипажа «Напористый». На вечере он несет знамя сбора юных моряков гардемарины вперед. Пока основное действие происходит на сцене, юноши готовятся к выходу. Такие вечера прежде всего нужно проводить, чтобы отдать честь тем, кто воевал в Великую Отечественную войну, кто отдал свои жизни на благо нашей Родины. В завершение вечера – факельное шествие от дома вожатых до набережной Орленка. Спуск венка на воду – символ вечной памяти погибшей во время Великой Отечественной войны. Анастасия Таранова, Никита Мальцев, Ирина Березина. Видеоновости. Бумеранг.